Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем батлы на любимых исполнителей. Вячеслав, спасибо огромное. Друзья, пошумим, а? Ребят, пошумим! Всем салют, дорогие друзья, меня зовут Отто, и вы смотрите 140 BPM Battle, где самые горячие минуса, самые техничные MC, помните ли слово о крайне? Мы проводим эти батлы при поддержке криптотрейдера Одиссея, ссылка на его телеграм-канал в описании. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, все самые главные анонсы у нас там. У нас за пультом сегодня наш любимый и неподражаемый диджей Пирдо, знаете шуму? Батлу, МС слева от меня, представься. Хоть бы Бирдусу раз слово дали хоть. Ага, а? Хоть гус послушать. Ага, да? Просто привет, как дела, нормально, а то всегда молчит. Алоэ босс! Ух ты! Напоминай, алоэ босс. Алоэ босс, грозненький мальчишечка. МС справа от меня, представься. Я всех люблю и желаю мира вам. Мы здесь, чтобы разъебать толпу не для одобрительной реакции ебучих стримеров. Андрей Вайтов, Белгород. Ух ты, Вайтов? МС посередине, представьте. Андрей Вайтов. Вайтов? Вайтов. Кения, новенькие все. Кения. Вайтов я так и не поняла. Кения, батл начинает. Кения, первый раунд. Дайте шум. Они убили Кения. Ага. Так, бит слушаем, как? Бирдус нормально работает или нет? Ну-ка. Нормально бить. Можно меня в ушах чуть-чуть потише, пожалуйста? Ух ты! Снова прохожу на батл. Кубок из 140, да я обхожу локалки. Ваши ебаные заявки. Их смотреть, что делать, нехуй. Я бы мог сдать сразу 3, чтоб пора было Кения, Кения, Кения. Дай, начинаю выскипать зарядом. Тут и батл нужна лопата. Диси и Марко, куда попал? Для тут супермен и Росомаха. Все похоже, вы на них, правда. Вы герои, два не артиста. Если бы Леха Горизонт еще был жив, он бы вами гордился. Я перевожу патальон. Маргариш, ты можешь своими этими не смущать? Ребят, ну классно. Ребят, классно, я обалдею, ребят. Голос классный, да. Сразу с тараторочки пошел. Ребят, с тараторочки это, с тараторочки пошел сразу, ребят. Сразу с козырей пошел. Молодец, ребят. Показал, да, что он умеет. Я танцую, ребят, знаете, я хочу полезные... Знаете, уже полезно, вот, знаете, немножко танцевать так тоже же приятно, дочь. И слушаешь музыку, балдеешь, ребят, балдеешь. Голос классный, ребят. Как тебе новый артист для нас? Нравится. Новые лица стали появляться, знаешь, на батл, нравится, на батлах. Знаешь, слушать охота, прям охота, ребят, настроение такое. Ты молодец! Ух! Я находился местом, не заболел, да, лобные вентили не въебаться. В моем городе людей меньше, чем в зале. Вот после бата на кухне неплохо для первого раза. Делайте мне позлее, неплохо для первого, сегодня будет... Для первого раза ты отлично выступаешь, ой, просто шикарно. Одного, это шикарно. Это даже не то, что для первого, а вообще хорошо. Слышь, начал. На одного напил, да, сейчас повернулся к другому будет. А он, значит, Вайтов, он ноль эмоций показал. Значит, у него уже, у него будет такой стиль, когда лицо читают тебе там строчки какие-то сложные, а ты молчишь, значит, ты подожди, не может, реагируешь. Может, под очками он моргал, мы ж не знаем. Может, вот так моргал, сидел, стоял. Охуенно, ведь подлюсь, как последний. Думаю, чиста, балда, точно, бро, даем пизда. Пулевой шорт, алёк, сад, свиста. Думаю, не звук, не полный шар, дизайн. Алоэ пошел на 140, организаторы губят страну. Ты ебанат, устоишь только потому, что эти кингста любят траву. А ты, это не ты, я себе должен, по стилю похожий. Я тебе не точно обидно на кожу, чтобы из-за копинки того лица из кожи. Чё это, корова? Я больше ничего не умею, бля. Борэ, подобись, конечно, ебанута, живая, сплошная энергия. Шикарно. Я рада, что новые лица появляются. Круто. Молодец, Кенни. Первый раунд Кенни, молодец. Не Кенни, а Кенни. Кенни, молодец. Кенька. Прям очень даже, такая, очень, да? Даже, очень энергетика, даже. Да. Я там танцевала, конечно, лишнее. Ребят, простите, может... Ну, ты в стиле Майкл Джексон танцевала, да? Как вот мы в Телеграме есть реакция на этот трек. Ну, танцевала, ребят. Ну, что сделаешь? Давайте дальше слушать. Ой, смотрите, первый раунд. Акадинка. Ой, сейчас что будет? Немца нифига, но это мы потом выясним. Слушай, у меня мурашки. Сейчас что-то будет. С неба не копаем, с неба не копаем. Ой, ой.
Заговор какой-то. Переживаю заговор, да. Хлебом и солью, что вы ждете от ивента? Я сюда с кровью и потом, да, этот город, как только меня не встретил, даже сердце бьется долго, сдаться и бог. Для кого-то эта тема, ни собаки под небой, нахуй любого, кто зовет тебя легенды, это ничего не стоит, ни одного! Песо, 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 песо! Ух, ребята! Песо, 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 песо! Песо, песо, песо! Песо, 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 песо! Интересный стиль, да, с таким, знаешь, рычанием таким. Ребята, таким, это, ну, как, таким, ну как это объяснить, вот, ребята, это вот? Такое рычание такое, это да, да, молодец, молодец. Быстро, угу. Читка, быстро. Ярко так, ребята, очень. Нереально, молодец. Ну, пизду, 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 ча, ча. Звезду, говорит, да? Пизду, 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 пизду. Я граната, а дожди на хотя. Я пистолел, чувак, чуть не стукать, я просто пистолел. Интересно, сколько, ой, мы, нет, сколько мы батлеров слышали, это что-то новенькое, да, новенький, да, стиль. Да, 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 какой-то, да. Это голос не дает! Easy, easy way, easy way. Я сегодня лоя, какое злое. Выбрось кубочки с солитёром. Не, подпевает, подтанцовывает. А Вайтов серьезный. Моргает над глазами. Чёрт-чёрный языком. Я вожу трансфасный ток. Демон, 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 дашков. Демон, демон, дашков. Классно. Вот ваш бэк, только отвлесись. Со мной до хвоста, гордайте, гордайте. Слушай, у него тут какие-то эти... эти самые... Нет, как их называют? Шаманские какие-то напевы. Специально, чтобы выведить, наверное. Не знаю, батл шамится или нет. Вот опять пошел, начал. Присказки какие-то. Надеюсь, что там всем здоровья желают. И счастья. Все молчат, боятся. Ух ты! Кран сходит. Вот он прыгает там. Где он? Он один прыгает. У него фишка, он всегда прыгает. Смотри, лайк начал. Интересно. Сам себе удивился. Сам себе удивился. Это был первый раунд, Алоэ, как вам? Шикарно. Молодец. Молодцы, мальчишки. Обзор, хорошо. Новичок, новичков. Самый серьезный. Самый серьезный. Подожди, большой. Подожди. Скажи, какой у него голос будет? Как ты думаешь? Я думаю, какая у него, манера у него будет? Будет, я даже, ну, точно не... не может, рычание, кричание. Нет, рычать. Или такой будет... Мне кажется, серьезно как-то он, да, будет. Без рычания. Давай, ну-ка, давай посмотрим. Крепкий парниша. И... Тихо, тихо, голос. Вайтов. Не Вайтов, Побраз, пожалуйста. Вайтов. Отойди, что говорит. Нет, его назвали Вайтов, неправильное ударение поставили, он сразу исправил. Вайтов, говорит, да? Да. Сейчас как налетит на них. Ну как ты, да, думаешь? Налетит. Ну вот эти два новых исполнителя удивили прям. Кеня удивили. И Алоэ удивили. Ну он тоже удивит, я думаю. Мне нравится, что новые лица еще раз, и что это такие яркие участники. Не знаю, мне кажется, он сейчас... Потому что сейчас много батлеров зажрались, они не хотят идти. А им надо, они говорят, да я не хочу. Я лучше на стримчике посижу два часа, 100 тысяч себе заработаю. Не хотят. Даже надо же трудиться здесь. Новенькие подпришли. Да я не вывезу лайвом, сука, заболели балахинью лайтом. По-любому вайтов, ёбаный вайтер. Чё, нагрели, накидали панчлайнов. Ну-ка, погоди-ка, я не понял нихуя, то ты для меня сегодня будешь меня-то. Нечего сказать ему на второй батл. Помогали, но съели тоже фанаты, Мы же ноунеи моего дана элита перед нами. Скупка вверх, чья голову хочет он. Ты сначала победи вот этого заступка. Кринч наваливать, что это за мутант, ох, это нич. Ну, молодец, шикарно. Молодец. Вот исполнители, да? Угу, угу. Шикарные, блин. У него нет визга, нет писка, нет вот этого крикливого момента, он просто голосом работает. Да, да, и так классно, речитатив так развит, да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, да, как стрела. Кому стреляет, да? С винтовки как будто, пуля. Ну, игрушечными пулями, естественно. Я тоже парирую, да, ты на опыте, но я доминирую. Ты готова бомба, то я доминирую, бич. Ты зашел мне в тот район, опасайся. Этот ебанутый, походу, с улицы вязал. Классно. Ты как здесь, ты в этом кругу не папа. Я отпиздил твою гопотик, ты дал по тапкам. Вот она я моя, на которую просто забил хуй. По бегу, кто говорит, что вот этот цикл вырублю
точно. Точно. Нововведениях я подъезжаю, чтобы устроить как лава пожар. Я репетировать начал с ужара. Стандарт, вот тогда делая садом. И лишь один тут габах устраивает садом. Да, мой холод для мяса, в этом и нет ни капли сомнений. Но после батла со мной наконец-то в парке узнают, кто убил тени. Раунд. Ну, первый раунд вообще, да, огонь, да? Угу, все хорошо выступили. Вот, сильных вот парней исполнители набрали. Сильные, да, необычные, классные, да? Скажи, три исполнителя, шикарно. Я даже не знаю, кому первый. Во-первых, все такие симпатичненькие, молодые такие, классные. Талантливые. Талантливые, слушай, я не знаю, за кого буду голосовать. Голосования вроде нет, я посмотрела, уже вот написано третий раунд, нет голосования. Да. Это был первый раунд Вайтова, как вам? Класс. Опять неправильно сказал. Вайтов. Алло. Вайтов. Вайтов. Да, будет раунд. Ну какой будет бит сейчас? Однажды батя сказал, мне есть криминал, но было поздно, я не помню, сколько моих корешей уже подохло. Не ебашь, это моя суперспособность. Я как черная дыра и золотая антибомба в одном. Земля треснет пополам, как я дропнул альбом. Алло, босс, это то, что ты никогда не пройдешь. Афа, Африка, на подъем. Я буду одет от ритм, даже если всякий не я ляжет в пасть. Том один, долбоеб. На его мир серьезно, буду богат. Наебал, могу показать его дважды. Я помню, Всевышний мой гостратер. Ну, молодец. Шикардос. Я вообще прям нравится. Залез друг мой дед в веску, а вообще в этот хули я влез бог. Ведь они что-то там юлили, старались, а я попалась, просто шмяк тут питак. Спрей, 1, 2, 3, 4, 4. Это что значит? Где-то шоу. Я думал, лучше бы без столица. Наездик пошел, наездик. Я ж перед идеалом, как и спит. Я не тебя. Могу пропадать между далее грузово. Могу вылепить с двух слогов. Ау, у тебя нет игру, алло. А манеры исполнения. Прям новенькое что-то привнес, да? Ну не было такого, не было. Среди всех батлеров не было такого. Да, прям ново, да? Слова немножко завуалированы чуть-чуть, да? Интересно. Скажи. Ау, у тебя пятый с головой. Пусть я всму маяк. Я раскрепощенный, как платья. Шпиле опять я в мишлине. Слышишь, ну, охранник напрягается, когда я танцую. Улыбайся и качай башкой. Будет что-то понял, будет что-то более. Будет я. Не смогу не понять, понятно, но, бля, качай, пиздец. Да я долгий, я дольше, чем ты способен запомнить. Ничего не существует, только микро и алоэ. Не дали шанс, я дал джазу, жизнь ужасу. Как вы меня любите? Это был второй раунд, алло, как вам? Ну шикарно, что скажешь? Ну это так, чутка подучил, ладно. Да молодец, отлично, понравился. Встречайте второй раунд, Вайтов, дайте шуму. Вайтов неправильно. Ну вот он опять надо сказал. Вайтов. И Вайтов уже злится из-за этого, злится. Ну давай, что скажешь? С этим все понятно, а тебя нам то что ожидать? Либо ебанутый, либо у тебя там божий дар. Дикий псих на бите, мы верим, ты убийца. Леон жестко прогоняет, будто проводница фикса. Стрим с тобой на стол, опять хуйня, опять не то и за таким, как мы. Батл рэп, скорее всего, умрет. Это басса, вытаскиваю басса из-за ширма. У тебя раскладка, два складка, так твоей сукой стала жирной. Стать хотел бы я, как ты стал. Ребят, шикарно. Ну вот он классно выступает, он больше классики дает, да? Угу. То, что мы привыкли слышать и то, что мы очень любим. Правильно? Это классика. А вот, например, Алоэ, он прям что-то такое, что чего никогда мы не слышали, да? Угу. А получается, у Кенни он больше так повизгивает, так в хорошем смысле. Не, да, это комплимент. Да. А у Вайтова больше классики. Но это круто звучит. Но оба исполнители, не оба, а все исполнители, трое. Три исполнителя, угу. Да. Шикарно. На язычник. Это не так-то просто. Я попал опять в тупик. Купить велик или трахнуть, твой выбор невелик. Завели дело, ведь всего
сегодня Леон убил бит. Разобравшись, опустили за недостатком улик. Скептиком на лекарство. Передо мной сегодня подлит комикация. Не получилось детонации. Думаешь о пенисах чаще, чем детонации. Я тут кое-что нашел, смотри. На уши поднялся связи, все ради тебя, пацан. Мама в детстве обманула насчет твоего отца. Факты, время вылезать из своей нарды. Посмотри, одно лицо, ты вылезешь и марни. Какой нахуй, раса, маха, нет, блин. Тенет для тебя сегодня выросший Кевин. Победит, удивит, выложить на все 100. А на меня никто не ставит, я потому что не стол. Рау. Молодец, шикарно, шикарно. Шикарно, молодец, шикарно. Молодец, молодец, отлично. Умница, отлично. Молодца. Честно, я удивлена. Молодца. Я когда видела в телеграме у... Ну вот, он слежу за батлерами, за ведущими, что набирает новых лиц, я не ожидала, что таких классных выберут. Давай дальше слушаем. Много талантливых ребят. Так, это был второй раунд Вайтова, как вам? Опять неправильно сказал, да? Да, неправильно. Он уже, по-моему, Вайтова надо говорить. Ну, как странно звучит первый, второй раунд Вайтова. Угу. Вайтова как-то... Нет, Вайтова, почему нет фамилии? Вайтова. Такая? Может, такой псевдоним? Вайтова. Он, наверное, думает, блин, ладно, не буду исправлять. Давай, он уже... Чайте второй раунд, Кенни! Ну-ка, Кенни, давай, удиви нас. После, получается, того, как мы посмотрели видео про то, как себя ведут на конференциях артисты, немножко опасения есть. Вот, оказывается, он такой-то, да? Ну, то когда было вот это? Но все равно, это было недавно, вот так, а с характером парень. Никогда не думала, что он такой... Да. Вот. Ну-ка, давай. Тишины. Таких, как ты, в детстве пиздили палками, а те вблизи. Если буду плеваться, это извини, но я делаю это специально, да, дебил, терпи. А ты смотри, как я буду вас тут ебать, а под музыку по стандарту. Ты мне не формал, блядь, ебаш просто заказ. Ты это как каждому же дети, родители алоэ завели себе домашнее растение. Где спорнозло, трава курча на тебя нашло. У тебя всегда дома дерьмо, хули, если твой дом горшок. Да, чувак, ты уже засох, пока вышел, но хуя ты в круг, да очень хочешь воды. Я тебя полью, глазам своим не верю. Если правда не заметили, ребята, сумасшедший. Читаю очень медленно, как будто на мне панцирь. Все тёлки, как легкоатлеты, они хотят с тобой дистанцию. Отворачивается алоэ. Очень бедный белый, он специально ходит и свисти. Да чтобы и не было денег, был бы ты родителем, прикинул. Он первый выбит свою дочь, чтобы было не обидно. Кидаю вас в пол, так и вашу дорогу. Прочитаю вам боль, подыхаю бальдом. Правлю толпой, все кипают башку. И ты ебла, как прошёл, а ты... Шикарно. А? Шикарно, голос, манера исполнения. Ритмично так, да, у него свой ритм, классно. Ну так запасной, мой раунд, ты перебей, нет, ведь пидоровый ты зеленый. Третьего сезона тебя прощупал рыжий, если кто-то не шумит на панче, я его ищу и пизжу. Как меня вы заебали, проникну в твои почки и в тебя я кину камни. Да ты чувак, ведь не человек, это так Арсения, он не помнит слова дяди Бена. Я волную прямо по колено, сука, ты алоэ, твоя мама Вера. Этим принеси другое, почему я серьезно? Мужчина, хуй мне вашим все алоэ, а? Это был второй раунд, Кенни, как вам? Молодцы, все понравились. Спасибо большое, спасибо. Встречайте! Крутой Кенни. Ну, мне кажется, самый такой какой-то... Неординарный. Неординарный, да? С шаманскими, да, значит, шаманскими, да, да, какими-то заговорами. Необычный, это да. Алоэ. Угу. Да, а вот, по-моему, Вайтов, он немножко это... С характером с таким, да? Серьезный, самый серьезный там стоит. Угу. Завершающий раунд от Вайтова. Дайте шоу! Опять неправильно сказал. Ну что, Вайтова, Вайтова, он нечаянно, нечаянно. Вайтов. Слушаю, бит. Трудно бит. Да. Для Вайтова не трудно будет. Смотри. С другой будет немножко. Время наступило, на тебе я нагору. Тут инновации не спасут, и броники ору. Так, вру, так, залетел момент, как фу, так, как так. Я сегодня вышибаю дверь, вай, покин, клерка, мойкин, кларк. Не знаком, или схожий с тенью. Классно. Другое показывает, да? Не то, что было в первом раунде и во втором. Видно, зачитаю пиши по типу алфавита. Невыносимый ублюдок, сука, это не влит. Вай, буду за тебя топить, вот этого я пидора. Да как быстро. Я слово хаку, на чем, но здраво навалил. Ты кинь хуйня, сука, это мой по-новых. И тут попроси, чтобы добавили субтитры. В глазах, понятно, где смотрю я. Это тактика, походу, тут не катит. Проблем у меня с этим нету. Просто этих опущей я уберу, не глядя. Ты хочешь, вайп? Все-таки я не давай. Молодец, смотри, как классно. Вот того тайм, понесу вперед ногами. Даже без стажа, подожди, не братика, пора тебе.
тебе мрастика, натяну эти хобои, сыновей эластика. Заболейте пасти, блядь, накидай страсти, вам вытирай свое ебало, что-то началось стекать. Болевые костьми до меня расти, вот и не ментор, фаери, со мной никакой радости, все высасываю, как дементор. Сколько меня проговорили, нет уже со счета, но это, сука, не важно. Я каждому фарш буду вырезая кашу, рухи пускаю кашу. Подарите падшему нахуй, ну куда еще идти-то? Но для тебя и меня там места уже нету. На поражение я не стреляю, сука, я стреляю только на победу. Раунд. Прям в восторге я, да, по-разному читаю, да? Молодцы. Показал новую технику. По-любому, любой бит дают, да, и он классно читает, да. Речитатив, быстрота чтения, голос, молодца. Это был третий раунд Вайтова, как вам? О, правильно сказал. Нет, Вайтова надо было сказать. А опять неправильно. Третий раунд, Кеня! Ну что, он не может справиться? Может. Забыл, он трудно переделаться. Кеня. Тихо, Кеня. Кеня. И такие симпатичные, да, все? Разные, да? Скажи, разные, красивые, да? Ну, молодые. Видимо, я не догоняю, что такое Вайтов, но только единоразовый рэпер. Ну, правильно, Вайтов. Я криво базарю, сука, но с тобой можно. Кто сделал эту тему, пить этот хуесос? Бас-бас переебать, так давай-ка, нагинайся, пот всегда пока внимаю. Не подаваться, мне правда сложно, я отдыхай. Не самодолбит, но от моих панчей люди показывают, это мать. Е, что-то ты иди, а дарь амит заявку кину ночью, не плей, блэ, блэ. Гень, да, маленький, а вас старше кижи, ведь ремень не прошел, некому вас пидуть, а? Ты называешься невыносимым ублюдком, сука, неправда. У меня слепой попросил сигарету на улице, я ему сунул петарду. Так что ты невыносимый, ты обычный, эти раунды тебя психа лучше трижды. Лишняя рука, будто бля меня не слышно. Вижу парнишка, ты лишнего пища. Я кину пару палок, чувак, именно въебало. Я наркотик ускоряю твое сердце, да. Приложи микро к пульсу, я зачитаю тебе потом уевший Джерси Клаб, эй. Классно, ребятки. Мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с ним связано. Даже нельзя сказать, кто из них самый сильный. Нет, да, из троих. Все, все сильные. Все. Прям на уровне все. У каждого свое четко, да? Четко своя. Своя четкость. Угу. Каждая строчка с болью, но я могу скушать, бро, твоих. Да, я на батле барю с луном, мне читает. Даже не нужен дождевик. Мне на батлах дают только серых типов. Левела ноль, домино, луя, сука, это вместе с Вайтовым. Все вы никто, чё по тексту я должен был сделать разъёб? Очень весело, йоу. И себя высасываю мерзко с того, что примерно настроен. Тут должен был быть 2-2, но Саша Чес не пришел. А, да-да, я никак, а они, да все эти рэпера не хотят батлить. Из вас никто батлами тут и не болеет. Я пишу эти строки с температурой 39. Они боятся, что их разъебут, и тут же по домик бегом. Рифма без смелый чел. Жаль его сыночек, всего лишь сыкло. Я делаю ба. У этого фанатов много, по-моему, да? У Кеня? Да. Прям его поддерживают. Второй раунд уже поддерживают очень сильно, да? Посмотри. Сейчас шаман будет. Шептать. Шамана прям с нетерпением ждал. Это был третий раунд, Кенни, как вам? Кенни вообще. Если Алоэ не может строчку придумать, он просто каля-баля делает под музыку. Хорошо звучит. Встречайте! Последний раунд в этом батле. Алоэ! Я жду, не знаю чего. Ложь в этом шуме, Я обжу себя полностью. Чё сказал? Начинаю фристайлить своей ротовой полостью. Эй, чувак, ты сказал, что ты для температура 39,9. Я писал эти строки вообще, будучи бомжом. Мне вообще похуй, полтора месяца в подписках гонял вообще, и что из этого вышло? Я могу не выпадать из этого беда. Вылезти это вывезду тебя. Вылезти, чистить твои зубы, Изабель. У тебя на хлопе написан Изабель. Это ты как Изабель, белая пиздец. Чё за кешу, блядь, на голове? А, чувак, я тебя не прошу за это дерьмо. Тебе придется рассчитываться перед Бонапартом. Тебя вылезет и котика на кампу. А ты чё, ты встал просто не бэк, как охранник. Ебать, а в караруку, я бы на рангу. Эпи мой миньон, ты яньгей. Один кудовый няньгей, няньгей. А ей мадовый няньгей, няньгей, няньгей. Яньгей, хондо. Динь, это гинь, яньгей, хондо. Динь, это гинь, фристы, хондо. Это мой чё-чё, хондо. Йо-йо, йо-йо, 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 хондо. Это всё чу-чу-чу-чу-чу. Чистая чипка, всё в твоей голове. Все, что ты придумал, это выскок произошло. И тут пит-стоп, я здесь вырос, и сегодня мой рейс-лоп. Ха, хип-хоп, я здесь вырос, и сегодня хип-хоп. Я писал эти строки, ключи, пак-чок. Ты на голом день, я играл с хип-хаджом. Я играл с хип-хаджом, я играл с хип-хаджом. Бэнс-б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 эн
нравится. Играй, подружка. Играй на эту, прыгай. Кенни не может себя сдержать. Шикарно. Слышишь, что мне нравится? Да, что мне нравится? Он фрезер, по-моему. Он что, забыл? Да, он же сказал, он вроде как его прямо сейчас сделал. За фристайлем. Третий раунд от Алоэ. Как вам? Шикарно. А этот батл не суть. Слушай, я бы вот за Алоэ, наверное, пошла бы. Ну, нравится мне вообще интерес, как он импровизирует. Начинал Кенни! Алоэ! Ну-ка, это... Войтов! Кенни громче. Выберите победителя в комментариях. Это был 140 BPM Battle. Подписывайтесь на все наши соцсети. Респект! Ты как этот, Алоэ. Придумал текст. Да. Ребят, ну шикарно. Три исполнителя, и каждый по-разному, каждый по-своему шикарен, да, ребятки? Голоса за всех их троих даю. Три для всех. Для всех по голосу. Да. Один, один, один. Молодцы. Музыка, биты классные. Респект, ребята. Ведущие классные. Молодцы. И зрителям большой респект, ребятки. А исполнители вообще чудо. Пока, друзья.